Всем доброе утро, мои дорогие! Сегодня утро среды, вкусной среды, поэтому покажу вам сразу же, чем же я сегодня завтракаю. Вообще ничего особенного, что-то я не хотела так прям заморачиваться, готовить, не знаю, там сырники, запеканки и так далее. Вот, поэтому банально, что было? Всегда есть яйца, всегда есть сыр, помидоры, хлеб, ну, в общем, как всегда, да, и кофе. Ну, кофе вы знаете, как я пью. Хлеб — это Харрис, американский злаковый для сэндвичей. Глазунья, но не совсем глазунья, желток приготовился. Не хочу рисковать особо, чтобы малышу не навредить. Ну и, в общем, сделала так. Крышкой накрыла сковородку, и все нормально. Сверху посыпала прованскими травами. Тут у меня вот такой вот сыр. Швейцарский хотела вам показать. Это очень-очень классный, вкусный сыр. Если увидите, обязательно попробуйте. Это настоящий сыр из Швейцарии. Я даже когда-то привозила его оттуда. Но сейчас вряд ли удивишь кого-то им, конечно, потому что выбор огромный, он есть практически везде. Вот, но тем не менее, тоже советую вам попробовать. Думаю, вы оцените. Тем более, если вы сыроман. Ну, вот такой вот у меня получился завтрак. Вот эту часть хлеба, конечно, тоже я немного подрумянила. И все. Буду завтракать. Всем приятного аппетита и замечательного дня. Обед у меня сегодня нестандартный. Никакого супчика нет. Сюрприз, сюрприз. Ну, конечно, так всегда бывает. Ну, как всегда, часто бывает. У меня вот такой вот салат «Цезарь». В глобусе его купила с креветками. Вот так вот он разделяется просто, да, здесь ячейки. Сыр, креветки, сухарики, крутоны. Обязательно томаты черри. Там дальше у нас романа салат. И уже полили немного соусом. Надо будет это все перемешать, и будет очень даже вкусно. И также захотелось мне хумус с кедровыми орешками. Вот так вот он выглядит, израильский. И просто крекеры с солью. Я думаю, мне этого больше, чем хватит, потому что как-то вот сегодня я не очень голодная. И вот так вот выглядит салатик в готовом виде. В виде, в котором его нужно употреблять. На перекус у меня сегодня будет вот такой вот йогурт. Ничего особенного, ничего не готовила. Это «Искренне ваш» фирма. Фермерские продукты очень нам понравились. Много чего пробовали. Нам даже, вон, видите, ложки дали всякие в подарок. Бокал у нас есть. То есть, ну, умеют они маркетингом заниматься. Этот йогурт с вишней и черешней. Тома их тоже очень любит и ест. Они, видите, внутри джем такой. Ну, а сверху обычный йогурт. Все это перемешиваешь и ешь. Ну, такой... У меня будет перекус, типа, знаете, как он называется-то? Как это слово называется? Здоровое питание, правильное питание, вот. Надо же хоть когда-то себя баловать. На ужин у нас сегодня спагетти с морепродуктами в винном соусе. Очень-очень простой рецепт. Просто вино, чеснок, перец, как бы сливочное масло, оливковое масло, естественно, морепродукты. Петрушка, потому что петрушка очень хорошо идет вообще с рыбой и, ну, как бы, да, со всеми морепродуктами. Ой, будет нам сейчас очень-очень вкусно. Показываю в сковороде, как будто буду есть из нее. Но на самом деле желание, конечно, есть. Вот, на этом буду свою вкусную среду заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем пока!